Анекдот следующий. Врач приходит к врачу, значит, мужик, и говорит: «Доктор, помогите, пожалуйста». «Что случилось, голубчик?» «Доктор, понимаете, у меня такая вот фигня какая-то, вот с голосом всю жизнь как-то вот как вот чуть повзрослел, и вот голос вот так вот изменился». «И что, голубчик?» «Ну, как бы вот, ну, у меня вроде все хорошо, там, жена, дети, я вот директором, а с таким голосом, ну, как-то вот уважения нету ко мне. Доктор, ну...» «Ну, да, ладно, голубчик, давайте мы вам сейчас сделаем полное обследование, выясним все дела. Там, раздевайтесь, давайте посмотрим». Ну, да, значит, раздевается. «Ух ты, господи ж ты, боже мой! Да я, по-моему, знаю, в чем дело». «В чем, доктор?» «Ну, как, ну, вы видите, у вас огромнейший хуй». «И что?» «Ну как что? Он у вас голосовые связки оттягивает, и из-за этого у вас вот голос вот так вот пропадает». «Доктор, ну а что делать? Ну, мне голос прям, ну важен очень сильно. Хуй, да хуй бы с ним, но голос-то важен». «Ну, говорит, батенька, говорит, ну, в принципе, давайте сделаем следующим образом. Мы вам, говорит, вот чекаш, и, говорит, стандартный приделаем. У вас связки освободятся, и будет хороший голос». «Доктор, ну давайте, конечно, давайте, сколько это стоит, не вопрос, давайте, там подпишусь по чем угодно». Ну, то, значит, отрезал большой, перешил стандартный. Тут домой прибегает: «Жена, ура, у меня с голосом все ништяк». Он говорит: «А что было-то?» «Ну, говорит, хобби слишком большой был». «И что?» «Ну, как что, говорит, чекрыжнули, говорит, стандартный приделали, все ништяк. Теперь голос, говорит, ух, петь могу». Я говорю: «Ну-ка, покажи, какой приделали-то». Ну, я показываю. Он говорит: «Ты что, ты хуёшь?» «Да я, говорит, с тобой захую, только и жила. Ёбаный ты в рот, ты что, ёпта, развод, девичья фамилия, нахуй, детей мне, пошел вон отсюда, блядь, демон, ёпта, ты ебанулся, что ли?» «Тут, бля, а что делать, подожди, милый, я все улажу, мне стандартный пришут». «Иди, говорит, ты без хуй не возвращайся, тут, блядь, быстрее к врачу, доктор, говорит, помогите, говорит, такая вот фигня, домой пришел, жена посмотрела, говорит, хуй маленький, говорит, пошел вон, да, блядь, развод, ну, пиздец, блядь, жизнь рушится, блядь, пришите обратно». «Не могу, я его потерял». Ну, такой вот анекдот. Ну да и ладно, веселый же, да? До скорых встреч. Всем всего.